В городе над Бугом личность Петра Мироновича Маширова хорошо известна старшему поколению. С 1955 по 1959 год он возглавлял областной комитет Коммунистической партии Советского Союза. В день его столетнего юбилея у мемориальной доски на улице Ленина прошел митинг в память о человеке, который за 4 года смог придать серьезный импульс развитию Бреста. Цветы возложили представители руководства города, Ленинского района, ветераны труда, современники Петра Маширова, знавший его лично. За время его руководства область сделала значительный шаг в своем экономическом развитии. Большое развитие получила промышленность, сельское хозяйство, строительство жилья. Продолжился разговор о видном политическом и общественном деятеле во время круглого стола «Петр Маширов. Гордость земли белорусской». Современники Петра Мироновича делились воспоминаниями с молодым поколением о встречах с этим удивительным человеком. Именно Маширов был инициатором восстановления Брестской крепости, создания мемориалов «Хатынь» и «Курган славы». Хорошим дополнением к рассказам о личности Петра Маширова стал фильм о его жизни и деятельности. Гораздо важнее не когда человек родился, а что он собой представлял, как он воспринимал действительность, как он видел будущее. И ведь мы вспоминаем Маширова сейчас и говорим о том, какой он был человек, который, наверное, просчитывал шаги на будущее. Это был как бы руководитель будущего. В городе над Бугом Петра Маширова помнят. Его имя носит центральный проспект и областной лицей, открытые мемориальные доски на доме, в котором он жил, и здании, где работал. Но главная память о мудром и неравнодушном руководителе осталась и продолжает жить в людских сердцах.